Мы традиционно уже несколько лет подряд в Подмосковье в июле месяце организовываем большой форум молодежный, все вы о нем знаете. Так получилось, что оно вошло в культуру речи как ЕГП, мы уже, по-моему, по-другому его не называем, расшифровывается у меня «Гражданин Подмосковья», хотя, мне кажется, уже никто так не расшифровывает, у всех ЕГП, где бы он ни находился. На пресс-конференции отмечалось, что молодым людям предлагается на сайте поколения МО-РФ самим обосновать необходимость своего участия в мероприятии, причем найти мотивировки, которые заинтересуют организаторов. Именно на этот момент просили обратить особое внимание. Чем подробнее, подавая заявку, молодой человек напишет о себе, чем больше покажет свое желание участвовать, тем вероятнее он попадет на форум, на котором предусмотрены проектно-аналитические тренинги, лекции и дискуссии с лучшими федеральными экспертами и тренерами в области молодежной политики и социального проектирования, а также с руководителями крупнейших общественных и благотворительных организаций. Форум проводится уже в 7-й раз. На нем будет организовано 5 смен, одну из которых посвятят профессиональному образованию. Работодатель, начиная от Шереметьева, Мерседеса и прочих остальных, у нас еще будут представлены крупнейшими работодателями регионов ЦФО. Мне кажется, это будет одна из самых интересных площадок. И, конечно же, если мы говорим о том, что мы должны давать молодежи инструментарий, то вот здесь его будет предостаточно. На форуме также будут работать смены, которые называются «Творчество, предпринимательство, молодые парламентарии и волонтеры». Сложно ребят уговорить некоторых ехать обратно и объяснить им, что им нельзя ночевать на форуме. Вот. В том году это было порядка 200 человек, которые периодически где-то приезжали и уезжали. Как раз это было очень активно на волонтерской смене, потому что волонтерство вообще очень интересно именно школьникам, старшим школьникам. В этом году форум «Я гражданин Подмосковья» будет проводиться в Волоколамском городском округе. Начнется он 11 июля и завершится в последний день месяца. Заявки на форум уже начали принимать. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».